Здравствуйте, дорогие друзья! Центр юридической защиты компании «Аля» вас приветствует, Кузнецов Дмитрий. А данный ролик компания «Sentinel» звонит нашему клиенту и, понятное дело, попала на меня, бедняжка, девочка. Но разговор случился конструктивный, выражаясь вот этими любимыми фразами коллекторов, и мне кажется, она задумалась. И вот уже по нашей недавней традиции я все-таки размещу опросничек в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот он. Пожалуйста, ответьте, как вот вы реагируете на тот либо иной ролик, и в данном конкретном случае вот в этом ролике задумалась она, вот делая такие паузы, либо она была просто обескуражена и не понимала, какую часть мозга включить. То есть, есть ли шанс у таких людей измениться? Ну, а мы с вами слушаем очередной ролик и, конечно же, делаем выводы. Обязательно. Поехали. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Sentinel», кредит менеджмент. Меня зовут Людмила Желудовская Ивановна, ведущий специалист по работе с проблемами задолженности. Информирую о записи телефонных переговоров. По вопросу кредита перед Московским кредитным банком звоню. Будьте правильны. Вам знакомы? Ну, конечно. А, вы ее брат, да? Как вы догадались? С вами беседовали наши специалисты позавчера. Просили вас передать ей информацию. Неправда. Ну, конечно. Без подробностей, там вы нахамили. Что неправда? Неправда, ничего не просили. Вас просили передать информацию. Они восприняли, что им нахамили. Просто я не хотел, я их поставил на место, сказал, хватит нести околесицу, потому что они пытались меня запугать. Я им просто сказал, ребята, успокойтесь, я перестал. Вот, ну, у вас вот, видите, не написано, у вас все когда однобоко, нахамили им. Они что, обиделись, да, как девочки? Им просто, понимаете, встречное предложение было озвучено. Ребят, поучите матчасть, материальную часть, да? Вот. То есть, когда кто-то там кому-то пытается доказать, что 177-я статья будет применена, 159-я в формате гражданского производства. Это как минимум смешно, просто нужно немножко соображать, совсем немножко, не обязательно для этого быть юристом, как я. Вот. Хотя я им реально заявил, ребят, я юрист. А вам что, говорили про 177-ю статью? Конечно, конечно. И о том, что они не несут ответственности за деятельность, за действия коллекторов. Хотя я спросил, ребят, ну вы же коллекторы тоже, Sentinel. Вы же коллекторы, вы же не будете с этим спорить? Или вам неприятна эта констатация? Нет, конечно. Неприятно или спорить не будете? Спорить не буду, все, что правильно, коллекторы. Да, действительно коллекторы. А что это меняет? Коллекторы, которые действуют незаконно, естественно, имеют все возможности получить, как говорится, ответочку. Вы незаконно действуете, с этим вы будете спорить? Я предупреждаю, сейчас четко, аргументированно готов доказать, что вы незаконно действуете. На основании законодательства. Потому что существует федеральный закон под номером 230, который регламентирует взаимодействие коллекторских служб с заемщиками-должниками. И в статье 9 этого закона четко, конкретно обозначено. Я не спорю, а каким образом мы нарушили федеральный закон? Так вы дослушаете. Дело в том, что пускай не вы нарушили, вы вместе с банком нарушили, то есть кредитор обязан был в течение 30 дней уведомить клиента о том, что права либо вообще какие-то функции делегированы третьему лицу. Это закон. Слышите? Закон. Фундамент отношений между людьми. Уведомление от банка не поступало вашей сестре? Его не было. От банка? От банка. Именно от банка. Зато от Sentinel целая пачка макулатуры пришла, которую, в принципе, можно не читать даже. Потому что у вас нет полномочий вообще взаимодействовать на данном этапе в формате закона. И вот то, что я это сейчас вам рассказываю, вы намного выгоднее смотритесь своих коллег, потому что те начали в ответ хамить, у одной там дамы так подорвало. Ну, действительно. Потому что неприятно слышать правду. Видите ли?
В отличие от вас, мне не нужно никаких... Нам необходимо с ней переговорить. Так кто вы такие? Давайте вот конкретно. Я с вами беседую, да? Не по поводу именно долга. Так дело в том, что кто вы такие? Я с вами беседую и позвонили вы на вас. В правовом поле, кто вы такие? Он является дополнительным контактным. Так нет, ну вы-то здесь, мы же в банке его оставляем. Представляем интересы банка московского кредитного. Да я сейчас всегда... На основании агентского договора по статье 1005. 1005 статья агентского договора. И ведем телефонные переговоры. Только... И о том, что я вам говорю, что необходимо переговорить... Не имеете права вы, не имеете права вообще набирать номер телефона. Вы не имеете права переговорить с ней? От имени банка нет. Просто приезжайте. На основании федерального закона 230-го мы не имеем права позванивать все те номера, которые оставляют заемщики. Ну, конечно. Но я только в том случае... Я претензии не предъявляю. Так при чем я здесь претензия? Вообще претензии. Послушайте, ну вы имеете право, если соблюдены в первичном формате законодательные вот эти все моменты. Хорошо, в чем проблема передать номер телефона? Да нет проблемы абсолютно никакой, она не будет с вами взаимодействовать, общаться она хохочет, когда вы ей звоните, потому что вы беспомощны. И вот это тоже завело ваших коллег, вот эта констатация факта. Попробуйте со мной поспорить, что вы можете кроме звонков? Ничего. Вы не готовы воспринимать информацию. Да какая информация от вас может... Понятно. Человек воспринимает... Вот такая, друзья, история. Ставьте лайк. Кто не успел подписаться, подписывайтесь на наш канал. Много всего вот такого интересного. Конечно же, комментарии. Друзья, напишите комментарии. Опросник опросником, но комментарии очень интересно читать. Именно в комментариях вы можете, как говорится, излить душу свою. Ну и, конечно же, для тех, кому нужна информация, скажем так, о нашей работе, что мы делаем, помимо того, что ведем вот такой интересный, на мой взгляд, канал. А наш канал... Недавно я получил информацию от партнерской программы, от своей, которая меня сопровождает на YouTube. Мы признаны лучшим, внимание, антиколлекторским каналом. Да, есть каналы с большим количеством подписчиков, но мы, мой канал, наш канал, наш с вами канал, друзья, лучший, с чем вас и поздравляю, антиколлекторский канал. Лучший канал по данной конкретной тематике. Вот, это хорошо, это плюс, поэтому и злопыхатели против нас, собственно говоря, в общем-то, настроены, и мне поступают, я часто говорю, там, звонки такие не очень хорошие, ну, ладно, это уже мои дела, моя жизнь, ну, кстати говоря, для тех, кто думает, что вроде как я отвечаю за людей, ничем не рискую, там, а людей больше подставляю, есть и такие комментарии, особенно на почту, тут недавно один персонаж написал: легко быть таким, как вы. Вы берете и говорите о чужих фамилии, о чужих имен, представляясь ими, и в итоге сгущаете тучи типа над самим клиентом. Господи, боже мой, это же до какой степени нужно быть недальновидным, чтобы вот так утверждать. Мой канал абсолютно прозрачен, мое местоположение тоже. Господа коллекторы, я вас всех приглашаю официально, громогласно на вот такую аудиторию, более там, ну, 30 тысяч человек, меня только подписчиков слушает, плюс люди, которые не подписались. По моим скромным подсчетам, около 100 тысяч меня регулярно слушает. Господа коллекторы, я открыт и готов с любым из вас пообщаться вживую, если, конечно, у вас хватит духу. Ну да ладно. Еще раз повторю, кроме канала у нас есть деятельность, реальная практическая деятельность, и мы помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Мы создаем условия, когда кредиторам выгодно отказаться от претензий. Чисто юридический подход, 100% законные методы. Ссылочка на наш сайт есть в описании ролика. Также в описании ролика, простите, также на сайте, на нашем выложено видео, видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Рекомендую каждому посмотреть. Если вам нужна действительно хорошая действенная помощь, юридическая защита, оставьте заявку, с вами свяжутся наши специалисты. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алям». Всего вам хорошего, счастья, благополучия, финансового здоровья. До новых встреч, друзья. До свидания.